Всем привет! С вами канал Art Mania, и сегодня у нас видеообзор на вот такой вот сырок, называется городской мотив. Продукт плавленый, 70 грамм. Купила его в светофоре за 5 рублей, ну, там с какой-то мелочи. Вот, купила я его для супа, обычно такие вот в суп я добавляю. Давайте его посмотрим. Так, вот у нас тут состав. Не знаю, наверное, вот так вам видно, я думаю. И вот тут еще кончик. Ну, состав, знаете, Е-добавок, по крайней мере, Е-добавок, был довольно мало. Вот я сейчас вот тут одну нашла. И все, то есть состав вот до сюда идет, то есть вот чуть-чуть совсем. Обычно в таких плавленных сырках там вообще столько Е-добавок, там такие огромнейшие просто составы, а здесь, в принципе, обыкновенный. Вот, зачитывать я его не буду. Давайте его откроем и посмотрим. Вот так он выглядит. Пахнет, ну, пахнет как обычный сырок. Как самый обыкновенный сырок пахнет. На вид полностью беленький, маленькие там вот какие-то вот ямочки, видимо. Ну да, наверное, я тут ногтями подцепляла. А немножко какие-то вот точечки тут присутствуют. Давайте его с той стороны посмотрим. Ну да, точечки какие-то, это что-то, видимо, недомешанное, но я думаю, что, наверное, что-то должно быть. Так, давайте, может... Так, ну он у меня из холодильника так-то. Давайте его отрежем. Опа. Вот, ну режется он, конечно, тяжело, поскольку он еще холодный у меня. Вот. И давайте его попробую. На вкус он довольно вкусный, такой самый обыкновенный сырок. Вкус обычного сырка. Совершенно не пересоленный. Чуточку прям не сладенький, а чуточку солененький. Прям чуточку совсем, но не пресный. Такой прям на вкус довольно приятненький, хорошенький. Такой вкусный он. Не знаю, вот интересно, он сейчас он из холодильника. А если он просто полежит, он должен будет, наверное, растаять немножко. Вроде как он там плавленый, считается. Да, плавленый. Он, я думаю, наверное, скорее всего, он просто холодный. Вот. Ну, так вот. Такой он маленький. Так ломается. То есть, ну, в принципе, сырок как сырок. Покупать много можно. Потом я, наверное, вам в конце запишу, как он повел себя в супчике. Растворился он там или не растворился. Наверное, в конце ролика будет маленькое видео, наверное, небольшое. В конце ролика. Потому что я знаю, что некоторые плавленые сырки могут не раствориться в супе. Плавать там или кусочками. Вот, знаю, что такое бывает. Вот. Но в любом случае, большое спасибо, что вы посмотрели. Поставили лайк, я надеюсь. Вот, обязательно подпишитесь. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие обзоры. Потому что обзоров там у нас еще будет уйма много. У меня на балконе стоит огромнейший мешок с продуктами, которые пойдут на обзор. И продукты довольно интересные. Вот, я думаю, это вас заинтересует. И всем пока-пока. С вами был канал Art Mania. И маленькое видео сейчас будет. Короче, вот смотрите. Вот такой он стал, был квадратненький.
То есть получается так, то что нужно сначала варить сам сырок, вываривать прям, чтобы он полностью расплавился. Потом кладете уже мясо и потом все остальное. То есть, в принципе, он плавится довольно долго. Это тоже должно о чем-то там говорить. Вот. Всем пока-пока. С вами был канал Артмания.